Николаю Алексеевичу было всего лишь 2 месяца, когда папа ушел на фронт. Сегодня уроженцу Ульяновской области 78 лет, но отца с войны он так и не дождался. Алексей Андреевич пропал без вести. А я знаю, только он на Финской воевал, после Финской на Володарском заводе работал. А потом вот война началась, он маленько на броне был. А в 42-м году вот отправили. Ну, мать в 55-м году вышла замуж. И еще 5 человек из этих было. Чужих. 19 ноября для семьи Коротиных – судьбоносная дата. Николай Алексеевич наконец-то узнал, в какой бригаде служил его отец и каким был последний бой солдата. Ребенку войны вручили письмо с этой информацией. По крупицам сведения защитники Отечества помогали собирать поисковики и активисты Общероссийского народного фронта. Искали по электронным базам данных Министерства обороны страны и архивным документам. Вся работа велась в рамках проекта «Судьба солдата», который охватил всю Россию с апреля 2017 года. Суть или цель этой акции – найти лучшие практики поиска наших участников Великой Отечественной войны, а также помочь родственникам, которые занимаются уже поиском самостоятельно, чтобы они могли найти судьбу своих родственников и близких. Так, в городах России начали открывать стационарные мобильные общественные пункты, куда граждане могли подать заявки на поиск информации о своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Ульяновская область» присоединилась в этом году. Заявки от жителей общественники принимали в домах культуры села Тетюшская Ульяновского района и поселка Чердаклы. Всего за помощью обратился 21 человек. Хочу сказать, что эта акция не заканчивается, она продолжается. И поэтому все желающие могут обратиться к нам в региональное отделение Общероссийского народного фронта на улицу Кузнецова, дом 20, комната 1, или по телефону 41-85-42. Сейчас экспертам удалось найти информацию о родственниках 4 жителей региона. Помимо Николая Алексеевича, теперь о судьбе своего родственника знают и в семье Рамиля Абитова. Мужчина искал сведения о своем дедушке, который ушел на фронт в 1943 году и спустя некоторое время потерял связь с родными. Знать своих, особенно те, которые пропали без вести, это наши корни, это наша родня. И так как у меня дети, у меня сын военный, я ему это все передам, конечно, есть внуки, им тоже интересно, потому что сын у меня спрашивал несколько раз, пап, как там, вот как бы найти прадедушку. Все заявки, поступающие в местные пункты, передаются в центральный штаб в Москву. За время акции больше всего за помощью пока обратились жители Рязанской и Ивановской областей. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.